Видео подготовлено с сайтом onlinegdz.net. Задание 25.12. Решите уравнение. И в пункте А нам дано такое уравнение. Минус х квадрат равно 5х минус 36. Ну, это уравнение квадратное. Поэтому мы его преобразуем так, чтобы в левой части был квадратный трехчлен, а справа был 0. Перенесем 5х минус 36 влево. Получим минус х в квадрате. Минус 5х плюс 36. В таком виде мы можем определить коэффициенты уравнения, а значит вычислить дискриминант. Дискриминант мы вычисляем по формуле b квадрат минус 4ac. Это будет равно b квадрат минус 5 в квадрате, это 25, минус 4, а это минус 1, значит минус на плюс меняем. И на c это 36. 36 на 4 это у нас будет 144, и плюс 25 это 169. Дискриминант положительный, значит корни мы определяем по формуле x1, 2 равно минус b плюс минус корень из дискриминанта и разделить на 2a. В нашем случае минус b это минус минус 5 плюс и плюс-минус. Корень из 169 это 13. И разделить на 2a, разделить на минус 2. Так, и тогда х первое будет равно плюс 5 плюс 13 это будет 18 разделить на минус 2, и это будет равно минус 9. А х второе вычислим, это будет 15 минус 3, это будет минус 8 разделить на минус 2, и это будет равно 4. Пункт Б. В пункте Б минус 3х в квадрате плюс 8 равно 2х. Перенесем 2х влево, причем поместим х минус 2х на второе место. И а плюс 8 – это свободный член на третьем месте. Так мы не ошибемся с коэффициентами. Определим дискриминант. B квадрат – это минус 2 в квадрате, это 4. Минус 4 умножить на а. А – это минус 3. Значит, знак на плюс поменяем. И на 8. Так, получается 24 на 4 это будет 96, и плюс 4 это будет 100. Дискриминант положительный, значит корня 2, определяем корни по формуле. Минус b, минус минус 2, плюс 2, плюс минус, корень из 100 это 10, и разделить на 2a, а минус 3, значит на минус 6. Тогда х первое будет равно 2 плюс 10, это 12 разделить на минус 6, это будет равно минус 2, а х второе будет равно минус 8 разделить на минус 6, это будет равно, если мы разделим на 2, это будет плюс 4 третьих. Пункт В. В пункте В 25 равно минус 26х и минус х квадрат. Перенесем минус 26х и минус х квадрат, перенесем влево и поменяем местами. На первое место запишем х квадрат, на второе место запишем плюс 26х и на третьем месте оставим 25 равно нулю. Вычислим дискриминант. 26 в квадрате минус 4 умножить на 1 и на c это на 25. Это будет равно 26 в квадрате. Это будет 676. Минус 100 это будет 576. Так, вычисляем х первое, второе. B это минус 26 минус b. Плюс-минус корень из 576, это будет 24 корень. И разделить на 2а, значит, просто разделить на 2. Тогда х первое
будет равно минус 26 минус 24. Минус 50 разделить на 2. Это будет минус 25. И x второе вычисляем. Минус 26 плюс 25. Это будет минус 2 разделить на 2. Это будет равно минус 1. Последний пункт g. Минус 5x в квадрате равно 9х минус 80. Перенесем 9х минус 80 влево. Получим 5х в квадрате минус 9х и плюс 80 равно 0. Рассчитаем дискриминант. Минус 9 в квадрате 81 минус 4 умножить на минус 5. Знак поменяли на плюс и умножить на 80. Это будет равно 20 умножить на 80. Это 1600. Значит, 1681. Положительный дискриминант. Рассчитываем x первое, второе. Минус b минус минус 9. Это плюс 9. Плюс минус. Корень из 1681 это 41. И разделите на 2а. А у нас минус 5, значит, минус 10. Тогда x первое будет равно 9 плюс 41 – это 50 разделить на минус 10. Это получится минус 5. x второе. 9 минус 41 – это получается минус 32 разделить на минус 10. А это будет равно плюс 3,2. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.